Катюнечка, ну-ка расскажи, чем мы здесь занимаемся? Посмотрите, какую мы огромную елку приобрели. Она слишком большая. Видите, что с ней происходит? Да-да, придется макушку обрезать. Что-то мы не рассчитали. Целый процесс у нас здесь. А у Катюши радости. Папа у нас укрепляет нашу новогоднюю красавицу. А Лялик наш держит, чтобы она не упала. Да, ты даже такую песенку знаешь, оказывается. А мы не знали, правда, Лялик? Ну все, мы укрепили нашу красавицу в подставке. И Катюшка ее сразу поливает. Ляли контролирует. Сейчас у нас самый главный, интересный вопрос года. Сможет ли Катюха дотянуться до звезды? Чуть-чуть-чуть. У-ху! У нас получилось. Вернее, у Катюшки получилось. Опа. А сейчас мы приступим к украшению нашей красавицы зелененькой. Ой-ой-ой. Вот он, главный гость, которого все ожидают. И большие, и маленькие, да? Еще один у нас такой есть. Лялика в комнате под елочкой стоит маленький. Да? Потому что у каждого своя елочка. Какая у Катюши классная игрушка-тортница. Давай ее тоже повесим. Ам-ам. Ой, вкусная, да? Ну, вешай ее на елочку. Найди самое красивое место. Аккуратненько, не разбей. У нас вот тут. А мы еще и кубик Рубик нашли в магазине в этом году. И еще вкусный кусочек тортика. Ням-ням-ням, Катюшка уже его попробовала. Вкусный. И розовый фламинго у нас здесь летает на елочке. Наверху вроде фламинго домик розовый, потому что у нас самые розовые. Давай сейчас повесим тоже тогда наверх домик. Когда мама. Давай мамочка повесит. Ой! Вот и розовый домик у нас для фламинго. Еще у нас есть розовая конфета. Вообще у нас, Катюш, в этом году елка какая-то очень съедобная. Смотрите, у нас еще и клубничка есть. Точно съедобная. Бургер и донат. Ой, как они красиво рядышком висят, да, Катюш? Да. А еще у нас на елочке встретились Дед Мороз, привет, привет. И пингвинчик. Какая красивая елка, да, у нас получилась, Катюш? Где там персичек? Это же яблочко. Оно созрело и свалилось с елки. А мне кажется, в нашей елке чего-то не хватает. Кать, чего не хватает? Подарков. Подарков? Подарки появились, а самого главного-то нету. Фонариков. Ну давай, говори волшебные слова. Раз, два, три, елочка, гори. Ты
Ты больно тихо говоришь, наверное. А наверху загорелась. Если вам понравилась наша елочка, ставьте ваш лайк. Котенька, приветик. Ты что здесь делаешь? Рисую. Рисуешь? А мы пришли с ребятками посмотреть твою новогоднюю комнату. Давай покажем, как мы украсили твою комнату. Давай! Давай? Да! Мам, смотрите, какая у меня елочка. Да, это наша елочка, которую мы украшали. Вы уже видели видео, да, как мы украшали? Покажи, Катюш, какие у тебя классные игрушки. Посмотри, у нас какой тортик есть, да? Нам вкусненько. Ням-ням-ням. Еще и пицца у нас. У нас еще тут конфета висит. Что ты еще кушаешь? Это палочка? Она съедобная? Да. А я все время думала, что это волшебная палочка. Нет? Это такой лизинечек. Вот это десерт. Десерт. Да, посмотрите, какая классная. Я попробовала. И снеговичок у нас висит. Это наверху есть Дед Мороз и снеговик. И пингвин Дед Мороз. Ага, красота какая. И шкатулочка у нас. Да, елочка у тебя красивая. И сама елочка еще висит. Точно. Кто там? Еще снеговик. Здесь у нас целый поезд. Ребят, посмотрите. Дед Мороз едет на поезде. И он где под елочкой. Да. И макушка, как у нас, красная на елке. Точно, сейчас покажем. Смотрите, у нас точно такая же звезда, как на поезде. На елочке, которая на поезде к нам едет. Смотри, Катюш, какие здесь охранники. Да. Ты знаешь, как их зовут? Нет. Их называют щелкунчиками. А вот это моя Маруся. Твоя Маруся? Она сидит за новогодним столом и, наверное, ждет угощения. Ты что-нибудь приготовила? А нашу елочку, так кто охраняет, Катюш? Мой щеночек. Твой любимый щеночек? Да, пёсик. Ты его очень любишь, да? Да. И еще моего слонишку. Я этого цыпленка люблю. Да? Это я. Ой-ой-ой. Ой-ой, мама завалилась. Ну-ка покажи, как зовут этого слоника, ты расскажи. Дамбо. Он умеет танцевать, может быть? Катюша нам свои подушки решила показать. Посмотрите, как они блестят. Вот еще мой монстрик-подушка. Монстрик-подушка. Вот собака-подушка. Вот медведи-подушки. Все у тебя подушки кругом одни, да? Вот елка. Даже как елка-подушка, да? Да, даже олень лицо. Олень. Покажи, как они цвета меняют. Вот. Замаскировался. Вот так. Угу. А песик под елочкой. На подушечке сидит, да? Чтоб ему было тепло. И светло. Еще у нас, смотрите, кто сидят. Мишки. А мишки что охраняют? Конфетки. Милан. Два мишки. Наверное, один для Катюши, медвежонок, а второй для Лялика, да? Да. А еще там Дед Мороз у нас сидит. Он стоит. Стоит. Точно. Мама перепутала. И один олень стоит. И
снеговики стоят. Три снеговика. Обычно в мультиках снеговики помогают Деду Морозу подарки развозить и раздавать. У нас пока что подарки только в виде декораций. Но завтра-то Новый год. Да. И нам Дед Мороз что-нибудь принесет, да, наверное? Да. Елочку включать не будем, пусть она горит, моргает. Дед Мороз увидит свет, прибежит к нам с подарками. Посмотрите, какой лес. У Катюши на комоде вырос целый новогодний лес, ребят. Домики, олени, елочки. И кто там еще? Снеговик. На санках едет. Как тут снеговики, тут снеговики, и там снеговики. Да сколько снеговиков? Ну помощники-то нужны Деду Морозу, чтобы подарки принести. Вас-то много, а Дед Мороз-то один. Катюнька, ты как Пеппа? Да, поглядите, даже Пеппа с Джорджем украсились, на себя надели новогодний дождик. Тоже все ждут Нового года. Но гномики вообще красавцы. В тележку наложили подарков и везут его, наверное, Катюшке. Катюша, сегодня же 31 декабря. Это значит, наступает Новый год. Скоро-скоро. А это значит, время подарков, да, Кать? Да. Ну, давай открывай твои подарки. Ложи своего слониша на место. Хочу сначала это. Да. Ну, покажи нам, что там. Это что такое, Катюнь? Покажи нам. Яички. Да? Да, вот. О, и правда. Ну-ка, крышечку закрой быстренько. А там еще и Дед Мороз. Красный нос. У него правда красный нос? Покажи нам. Белый? Не замерз он, наверное. Потому что у тебя дома тепло. А что там? Сладости! Сколько сладостей для Катюшки! О-о-о! Спасибо, Плуто, что ты мои подарки охранял. Плуту всю ночь охранял Катюшины подарочки, да? Да, даже не заснул. Молодец какой песик. Ну, давай смотреть дальше. Что он там у тебя еще охранял такого своей попочкой? Интересно, интересно. Покажи-ка нам, что там. Косметика. Катя? А сколько тебе годиков? 4. А сколько там стоит? 3. Смотри, там стоит 6+. В верхнем уголочке видишь? Может быть, это не тебе? Нет, если тут девочка, значит девочки. Точно? Ну ладно, посмотрим. А у тебя уже есть своя косметика? У меня тоже. Косметика, только одна из косметики помада. Да? Ну, теперь у тебя будет своя косметика, да? Хочу что-нибудь уже покрасить. Прямо сейчас покрасить? Давай-ка мы с тобой разберем все подарки, а потом покрасим. Давай? Да. Хорошо. Я сейчас хочу с плавом. У меня тоже что-то. Ай-яй-яй-яй-яй, что ж там такое интересно? Еще одна косметика. Еще одна косметика? В виде доната я заметила, да? Да, вот это в виде кулички.
Ну, ты у нас будешь раскрашенная. Что там? Там написано 5+. Я думаю, Дед Мороз перепутал дома. Наверное, не той девочке отнес. Зато это теперь мое. Твое? Ну, и сам виноват. Я не отдам. Правильно, Катюш, сам виноват, Дед Мороз перепутал, значит, сам виноват. Ну, смотри дальше. Это точно все тебе? Может быть, что-то Лялику? Нет, ну там вот тоже что-то мне. Это кто такая тут? Куколка, чтобы я тоже можно было украшать. Так я поняла, это косметика для этой куколки, наверное. И для меня. Для вас двоих, да? Да. Классно, да? Да, даже расчесочки. И расчесочки там есть. Ну, супер. Это последний. Еще два. Еще два у тебя осталось? Да. Бумажки в сторонку. Раз, два, три. Хочу самый большой. Тяжелый. Тяжелый? Давай, мама поможет тебе выдвинуть, да? Да. Ну, приступай. Самая большая коробка. Интересно, что там? Какое-то письмо. Какое там письмо? Письмо? Да, давай посмотрим, что. Ну, давай посмотрим, что там в письме. Ничего. Как ничего? Разве может быть такое, что письмо пустым пришло? Это что такое, Катя? Там написано, что на картинке не Да? Я думаю, Катюш, там в этой огромной коробке вот этот вот столик, да? Да. Ну, это только поможет папа. Придется ждать папу. Папа уехал с Ляликом, как всегда. Куда, Катюнь? На хоккей. На хоккей. А мы их будем ждать, да? С этим подарочком придется немножечко подождать. Ну, давай посмотрим еще оставшиеся подарочки. Что там осталось у нас? Давай. Да. Бумажки сейчас уберем. Наведем немножечко порядок, чтобы было место, да? Ой! Сладости из сладка. Опять сладости. Катюнечка, у кого-то что-то в этом году склеится. Какие большие киндер-сюрпризики. Какая чудо-коробочка красивая. Последний подарочек. Может быть, это все-таки для Лялика? Нет, это меня. В этом году все для меня. Все для тебя в этом году? Да, потому что везде девочка. Везде ты девочка. Это для Лялика, это меня. Да? Ты будешь с ним делиться? Молодец. И это бабуля. Ну-ка, скажи еще раз спасибо Плуту и Дедушке Морозу. Ну что, поздравим всех с Новым годом? С Новым годом! Да, ребятки. В лесу родилась ёлочка, в лесу одна росла, в лесу и летом стройная, зеленая была. Молодец, Катюнька. А ну, тебе давайте меня украшать? Тебя украшать? Ой, Катюша слова не дает сказать. Ребята, мы вас всех поздравляем с Новым годом. Это наклейки. Татушки. Мы это в садике один раз тоже делали. Да? Ну и дома теперь попробуем, да? Да. Нужно на тряпочку водичку. Сначала наклейку, потом водичку. Тогда это прилепнет. Хорошо. Катюш, давай ребяткам скажем пока-пока. Пока-пока. И будем разбирать подарки дальше, да? Да. Ребят, всех с Новым годом.
Главное, не болейте и слушайте своих маму и папу, и бабушку с дедушками, и всех.